Часозвоня в Новгороде. Это кирпичная восьмигранная башня в ансамбле Владычного двора в Новгородском Кремле. Первоначально считалось, что башня построена в 1443 году при архиепископе Ефимии как дозорная башня. И в летописи называлась «Сторожня». В настоящее время доказано, что «Сторожня» находилась в другом месте Новгородского Кремля. Она была разрушена в 1671 году. Нынешняя часозвоня была сооружена в 1673 году по заказу новгородского митрополита Иоакима. В верхней части башни находились часы со звоном, отсюда и происходит название. Первоначально часозвоня завершалась двумя рядами кокошников, барабаном и куполом с крестом. В первой половине XIX века завершение часозвония перестроено. Восьмерик стал венчаться восьмигранным куполом, на котором стояли столбики с перилами, поддерживающие небольшой купол со шпилем и крестом. В годы Великой Отечественной войны верхняя часть башни была разрушена, и в 80-х годах прошлого века было вновь установлено древнее завершение сооружения, состоявшее из нескольких ярусов кокошников и луковичной главки. Одновременно были смонтированы большие электрические часы, отбивающие каждые полчаса в 60-пудовый колокол, отлитый еще в 1647 году.